Трагедия в Казахстане. Во время военных учений в ущелье Коксай лавина накрыла бойцов элитной горно-игерской части. Погибли 7 человек, это уже подтвердили в республиканской Минобороны. Из-под снежной массы спасателям удалось вызволить 16 военнослужащих. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. По предварительной информации, под завалами людей больше нет. Активный этап поисков уже завершен. В работе было задействовано более 60 человек. Еще примерно столько же спасателей выехали к месту ЧП из областного центра. Расстояние от города Тараза до ущелья, где все случилось, составляет более сотни километров.